Все дела. Все, поехали, Тим. Полетели, Тим. Я думаю, если взять норму пин, можно сделать себе пин нормальной трашки. Нет. Если ты живешь условно в Москве, то у тебя на Европу пинг ниже 48 не будет. Потому что физические сервера находятся так далеко. Если ты живешь в Казахстане, ты не должен удивляться пингу 120. Тут как бы ты можешь сколько угодно юлить, но физически ты находишься далеко от серверов. Тут нечего стыдиться. Это... Здорово. Вот, мы видим тачку, да? Нажимаем. Что тачка делает? А вон она. Какой андук? Не, блядь. Черлок. Знаете, как фокусника отвлекают? Во время фокуса, типа, ребята, смотрите, это хуй! И в этот момент, как бы, подкладывают зайца в штаны. Я вам показал чела на тачке, но на самом деле я видел чувака сбоку. Это мы его распикиваем. Да иди ты нахуй! Испугались? А нахуй он кинул его в окон? Легонький. Ну, тебе чел, конечно, интересно. Коля! Че с ебалом, Коля? Коля! В смысле вешает одни голы? Ты же понимаешь, что если я промахнусь, то я умер. Это же так работает. Все выебоны с коряком заканчиваются ровно на моменте, когда ты промахнулся первый раз. Я так и задумал.
Насколько я могу судить, это... Это чувак, который по второму этажу, да, бегает? Наличные, отличные, окажусь наличные. Сделал миллиарды, я потратился наличные. Кека 7 сезон будет в МВ 2019. А, да. Блять, ты че меня пугаешь, нахуй? Пиздец, челы без звука. Понимается. Да ты... Тебе похуй, да? Тебе похуй, ага. А ну похуй. Ну похуй. Ай, блять. Высоко. Ты заебал отлагать. Чё б не умереть-то? Не пробовал перк ставить на место приклада, чтобы если шот дают, прицел не уводило. Во-первых, на крике минимальная импанч, это раз. Во-вторых, эта штука не работает. Тебя все равно импанчит. То есть, оно работает в процентном соотношении от общего. То есть, допустим, грубо говоря, вот если у тебя... Вот настолько кидает вверх при выстреле, то с перком будет вот чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. Но это все равно будет то же самое. Сейчас у нас будет работать кофеварка, ребята. Будет делать так. Примерно вот так. Так, ну это моя классическая локация. Чисто на полицайку. Бамс. Бамц. И кто тут, блядь? Так, у меня уже 9 тысяч, кстати говоря. Он бежит. Флексико! Охуеть. У меня кальянщик поселился рядом, ребят, сори. Охуеть. Прикольная лока, на самом деле. Типа, она не такая уёбски мясная, как этот, как Суперстор. Но при этом здесь как бы и люди есть, и магазов много, ну и... Нормально. То есть чем Суперстор хорош? На старте 8 киллов. Первая локация, ой, первый этот. Первый аэродроп чист.
Первый аирдроп упадет только через 1.5 минуты. Да. Типа, ну это супер легкая пушка. А мы уж галил тогда брать. Испугались? Испугались! Он что, под стол упал, блядь? Я чувака под стол уронил, походу. Некрасовский коп. Оп-оп. Некрасовский коп. Оп-оп-оп. Батя мем вспомнил. Исторический. Испугались. Рот ебал. Запрещенное слово, запрещенное слово с запрещенным словом. Ой, мама звонит. Тум-т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 ум. Мама звонит, тум, тум. Бал отлетело. Я думал, он меня слышал. Думаете, это мой убийца? Нет. Уничтожитель кисок 228. Не, я могу сказать точно, я играю лучше Реквента. Но только на геймпаде. Залез. Контракт на поезд сделал. Ты сука! Не понимаю. Чел без звука. Хорошо, просто сидим. Падает. Победки не хватает. Поднимаю бокал пива за твою победу, бро. Да? А чем проблема сделать звук того, что чел перебирается через заграждение? Ну, чё в чём? Да-д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 а
пиво до обеда, но это нормально, как бы. Да, чел. Лан, пока что стабдано. Хочу затестить как нить озвучки от 5К и ниже. От 5К и ниже? Стоп, донат, хочу здесь как нить озвучки. А! Неплохое это... Неплохая это цель, скажу я вам. Так, там был датчик сердцебиения, сколько я помню. Кот, а может ты пойдешь нахуй отсюда, а? Специально спрятал упаковку от шоколадки под этот, под коврик. Знаете, что он сделал? Это что за хуйня? Чаще в моей карьере. Я слышал, кстати, как он просвистел мимо. Кот, сейчас пизды получишь. Иди нахуй отсюда. Дунь мне в жопу. Как там? А, не, плюнь мне в жопу там было. Не, здесь просто некоторые звуки есть, некоторых звуков нет. И ты нихуя с этим. Единственное, что ты можешь сделать, это как-то эквалайзером выкрутить чуть-чуть звуки, которые есть. А которых нет, ну ты их и не услышишь. Их же нет. Логично, да? Уэнзон лига. О, бля, осуждаю. Я за это не люблю подобного типа оружия. Вот, типа
типа аэрок. Потому что тебе нужно определенное количество пуль попасть. Мне нравится снайперки за то, что ты, блядь, просто прицелился и выстрелил. Попал в голову, чел, пизда. Тебе не нужно ничего там, блядь, сидеть, вот это вот, блядь, что-то там контролить, блядь, тоси-боси, нахуй это надо. Берешь снайперку, в лоб, блядь, блядь, плюнул, все, чел умер. Разрешите вас перебить. Ну, пиво 60, по-моему, было соловые склады. Вот. Ну, это я не горжусь этим, конечно. В сквады-то легко играть. Вот, а так, соло 42. Опять же, это вот, недавно. Недавно. Я старый и не считаю, знаешь, когда, типа, люди еще играть не умеют. Вот, я те времена вообще не считаю. Там, типа, и до 70 доходило. Я был готов, сука. А вы? Сука. Ло. Опёсывал. Мучачо! Педро Бурито. It's time to long dick! Я первый пристрелочный делал, сами понимаете. Что потом такое, типа. Теряется. Это. Сами должны понимать, я парням шанс даю. По-любому там. Переиграл. Я тебя не переиграю. Я тебя уничтожил. Я тебя переиграл. Нихуя, кстати, жесткий чел был. Пытался меня с этой распекать. Со снайперки. Уважение. Мир вашему дому. Салам мусорам. Как там еще дальше? Не помню. Ммм.
Огоньки, блять. Почему нельзя было взять МП5? А нахуя мне брать МП5, чел? Если я охуенный снайпер. Он даже не сразу понял, что в него выстрелили. Бля, помогли в прицеливании, ребят. Спасибо, что помогли. Я там такие эти пиздюляторы сидят. Кликал, чтобы нажать этот Airstrike, потому что, ну, короче, я играл на боксовском геймпаде, а там в другом месте расположена эта штука.